Давайте представим в очень завистливой семье. Мам, я беременна. Со мной такое 1000 раз было. Ребят, вы опять за свое. Нет, это была чужая. Вот своя. Друзья, давайте представим семья, в которой нет кухонного стола. Да что ты постоянно на меня орешь? Ты тиран! Ты как с отцом разговариваешь? И сразу возникает вопрос, кому понравилась эта миниатюра? Мне. То есть тебе понравилась эта миниатюра? Да. То есть ты, Андрей, хочешь сказать, что тебе понравилась эта миниатюра? Получается, нет. Вот. У тебя нет своего мнения. Есть. Какое? Какое? Свое. Ее. Ни рыба, ни мясо. Как хорошо, что я вегетарианка. Вот это тебя на огурцах разнесло. Сяськи-масяськи, сяськи-сяськи-масяськи. Так, вы что там шепчетесь? Давайте всем расскажите, мы все посмеемся. Сяськи-масяськи. Да громче! Да ладно. Друзья, давайте представим в сельском ПТУ. И после этого Иван Грозный становится царем нашего отечества. Никита Олегович, а можете повторить? Ты, Клименко, ненасытный. Так вот. Настя, загадай желание. Загадала? Оно сбудется, потому что находится между двумя миниатюрами про ПТУ. В том же сельском ПТУ. Марья Ивановна, можно выйти? Зачем? Я рожаю. Ну потерпи, сейчас Федорченко родит, и ты пойдешь. Я смотрю, литературного юмора от вас не дождешься. Извольте. Друзья, давайте представим юмористический этюд по мотивам бессмертного произведения Шарля Перро «Красная шапочка». Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? О, внучка, все потому, что это аниме! Саринга! Милочка, спасайте положение. Семейное, да без проблем. Андрюша, чтобы вас развеселить, может, согрешим? Ну нет. Пойду обратно крестик надену. Тайм Скэтман. Вот. Вот, Андрюша, и остались вы один. Да ладно, и что теперь делать? Этот трек посвящается тем, кто знает, что такое потеря. Второй носок, ключи, флешка, пульт, зрение, лавешка, ручка, телефон, ответственность. Одно радостное исключение. Девственность. Андрей! Ребята, объявите меня, я готова. Мила готова. Ребята, все, я решила, остаюсь жить в Минске. Да кому ты тут нужна? Я ничего не разумею. Так, стоп! Дорогие друзья, мало кто знает, но у жителей села психика ломается еще в детстве. Так. Цыпа-цыпа, цыпа-цыпа, хороший. Ваня, цыпа. Я иду на работу, а ты уже взрослый, поэтому сам заруби курицу. Нет, стой. Я так просто не могу. Мы же с тобой с детства вместе. Я помню, как я красил яичко на Пасху, и из него вылупился ты. Я помню, как на детский утренник ты из своих перьев сделал мне костюм индейца. Как я могу просто взять, предать нашу дружбу, оказаться невежественной скотиной? Я вас питаю. Ваня, отец не хочет курицу, он хочет холодец. Так стоп, хватит, заканчиваем.
Вот на сцене мы. Мы. Кто сегодня веселит? Мы. Кто целовал песок, по которому ты ходила? Андрей. Кто мой грозный младший брат и любитель плова? Вова. Кто красивая тёлка? Мила. Тётя тёлка. Кричите вместе с нами ку-кау! 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 Фу, я сказала! Кау! Фу! Это что такое? Женщина, вы кто? Я директор этой команды, и поэтому сразу подарок. Там черная дохлая кошка. Да, и так будет с каждым, кто перейдет нам дорогу. Я придумала, как нам зарабатывать. Нужно раскрутить Инстаграм. А для того, чтобы добавлялись подписчики, нужно выкладывать что-нибудь миленькое, например, котиков. Так-так-так. Никита! Ребята, ваша сторона для меня как холодильник. Вот чего-то хочется, а этого нет. То ли дело здесь. Андрюша, танцуйте со мной. Вам письмо из военкомата. Блин, я так быстро двух детей не натанцую. Ну тогда спой. Это трек про парня, который переборщил в военкомате. Плохое зрение. Отит, ангина, плоскостопие. Двое детей от Марины, но военком сказал годен. Пришлось постараться, тогда я к нему полез целоваться. Андрей, стоп! А чё стоп? Продолжаем, друзья. Давайте представим в школе. Так, дети, записываем, классная работа. Так, Клименко, я что-то смешное сказала? Нет. Жаль. Думала в стендап уйти. Ладно, пишем. Никита, это отвратительно. Нет, смотри. Вот это отвратительно. Друзья, давайте представим. Путана рассчитывала на 500 рублей. Так, вот тебе 2000 и пойдем. Нифига себе фартовая. А может еще зачет поставить? Так, не наглей. Ладно. Андрюша, скажите, а кого вы любите? Маму. А еще кого? Бейонсе. Так, это получается, ему нравятся рожавшие. Сейчас что-нибудь придумаю. Мила, для того, чтобы заводить детей, нужно как минимум зарабатывать. Минимум. Да что вы щуритесь на меня, как корейцы? Как долбанула бы по вам? А ты наш маленький Трамп. Ладно. Вы же такое дело пошло, признавайтесь, кто курьером отправил мне цветы. Ну ладно. Ладно, мы не хотели хвастаться, но... У нас есть такая миниатюра, друзья. Давайте представим эксгибиционист, который очень любит сказки. Ага! Читай, что написано. В некотором царстве, в некотором государстве. Блин, я знаю, чем это все закончится. Жили-были дед да баб. Жизнь обычного человека — это всегда рутина. Но если подобрать правильную музыку, она превращается в мюзикл. Итак, давайте представим. Хрущевка, обычная семья. Я вдова уже 15 лет, 3 кредита и машины нет. Ну а в личной жизни есть просвет, ведь есть сосед, странный сосед. А вот и он. Людмила, здравствуйте. А можно у вас занять денег? Да нет у нас денег, у нас только кредиты. Так, тогда лежать. Лежать, я сказал! Тихо! Слышишь, внизу молодожены развлекаются. Прикольно, да? Вот ты дебил! А ладно, Людка, чего? Зато полы помыла. Перенервничала. Сейчас на дочери оторвусь. Доча, иди сюда. Я вчера была на родительском собрании, и знаешь что? Я подготовилась. Мама со школы пришла очень злая, считает, я дура, но я не такая. Мама, сегодня меня не ругай, работа готова, ремень убирай. Посуда помыта, вещи разложены, деньги нашла, ведь сережки заложены. Но не твои, не бойся, маман, я их нашла у цыган. Собака поела, котом не накормлены, все успела, но нервы не сломлены. И чтоб тебя до конца понимать, сама родила и стала мать.
семья. Из нормальных здесь только я. Будто я кредиты брала. Муж у меня был дебил. Сама выбрала. От него остались дочь и сын. Валера, иди сюда. Мама, блин, я не Валера, я Валерон. 2500, тызи-дизи. 2017. Такой код от домофона. Как провела ты этот день? Но тут я рифму не придумал. Йо, чтобы показать вам всем свою силу, чтобы доказать, что рэперы все не дебилы, и чтобы сделать с пацанами лучший трек столетий, мы решили купить словарь. Междометий. Чу, эх, ну, ай. Ага, эй, оп, о, м, а. Мам, дай денег на пистолет, мне нужно пулевое ранение не для нового альбома. Откуда у нас деньги? У нас только кредиты. Вот, смотрите, мой Серега звонит. Алло, Серый, привет, ну чё? Как? Мам, меня только что парень бросил. Доча, это мюзикл, здесь надо петь. Белый снег, серый чмо, реально чмо, я не знаю. Кого принесло? Вы не платите по кредиту, уже 3 года у вас долги. Старший лейтенант Никитин, вот и приставы к вам пришли. Стол уноси! Это уноси! Стол уноси! Это уноси! Что хочешь, выбирай, все забирай, не работа, а рай. Так, далее по протоколу выносим телевизор, диван, микроволновку. Господи! Неужели ты допустишь эту несправедливость? После этого семья Ивановых еще долго думала, а случайность ли то, что тогда ударила молния? Но после того, как Людмила и сосед поженились, Валера наконец-то взялся за ум и перестал заниматься рэпом, но купил себе вейп. Они поняли, Бог есть. И что бывший парень Насти – реальное чмо. С вами была сборная Кубгау, спасибо.